Всем привет, друзья мои! Вы по мне скучали. У меня все хорошо. Там мимолетом прочитала комментарии. Вы так сказали, что я постарела, такая страшная. Мне стало грустно от того, что вы так сказали. Ну, я не думаю, что так. Я так чувствую себя замечательно. Сегодня, как вы знаете, прошла неделя марафона. Я активно в ней участвую. То есть если каждый день выполняю 10 тысяч шагов, и мне уже не трудно, это вошло в мою привычку уже. И так день проходит быстро, я не понимаю, сколько у меня энергии хватает на то, чтобы все делать то, что я делаю. Во-первых, сегодня у меня понедельник был, генеральная уборка. Я и прошла километры, я и убрала квартиру, и постирала. И сейчас... И вот только что мы пришли из базара, и холодильник, и вот эти вот все перемыло, видите. Только пришли с базара и думаю, сниму-ка я вам сейчас все видео, потому что, наверное, вы уже соскучились по мне. И еще о чем хотела сказать. Мы пошли вечером, и у меня был как раз вебинар по питанию, не заканчивался, около 2 часов был. Так много интересной информации я получила. И с этим, когда послушала, что мне можно кушать в этот период, 3 недели, исходя из этого, мы пошли на базар, купили продукты. Сейчас я вам покажу, сколько что стоит. Вечером стоит ходить на базар, потому что все дают бесплатно. Вообще базар сегодня нам обошелся 75 лир. Обошелся базар. И мы купили столько всего. То смотрите, вот эти вот мандарины по 3,50 выходят, 10 лир килограмм. Ну, мой муж любит все хорошее. Яблок понабрали. Эти 10 лир. 10 лир, 3 кило, кажется. Да, забирайте. А эти 3,50, зеленые для меня. Мне можно есть 1-2 яблока в день. Картофель по 3 лиры килограмм. Взяли мы такой нут. Буду сегодня молоть муку, потому что мне нужна нутовая мука. Мы не нашли в Карфуре. И решила я помолоть. Дальше, что мы купили на базаре, показываю, потом возвращусь к другим покупкам. Вот эти помидоры 5 лир. Тут, наверное, 2 кило. Перец 5 лир килограмм. Морковь по 2 лиры. Это 2 лиры. Вот у одного мы взяли по 4, а потом по 3 давал. По 5 мы взяли. А вторую, говорит, бери 2 на 5. Ну, сколько мы будем брать, да? Вот еще брокколи. Брокколи 7 лир. Брокколи 7 лир. Здесь морковь там лежит внизу. Зелень по 3,50. Вот столько мы купили на базаре. 75 лир заплатили. Ну, я считаю, что это очень дешево. Теперь, сегодня я купила в шоке капусту. Яйца купила. Купила себе вот такую бутылочку. Даже еще ее не распаковала, не помыла для воды. Она стеклянная и мне как раз полезная. Иногда кофеек могу взять, допустим, на прогулку. У меня была бутылка, детки мои маленькие деточки поломали. Теперь, что мы зашли, купили в Карфуре. Купили сегодня вот фарш, взяла я, купила шкем. И кусочки мяса тоже купили. Купила я себе, значит, кукурузную муку вот такую 10 лир. Мне нужна кофе. Ну вот и все, что купили, друзья мои. Вот такие у нас сегодня покупочки. А я сейчас буду готовить особенное блюдо. Капусту с куриным фаршем, запеченную в духовке. Это специальное мое диетное питание. Я вам покажу обязательно, что получится, потому что я делаю это первый раз. Такую вкуснятину. Утром была яичница с помидорами. Ну, а сейчас они предоставляют меню. Да, я еще купила утром грибы. И меню там баклажаны, к сожалению, я не увидела сейчас вечером, потому что уже базар почти закрывался. Темно было так, и нифига не видно было. Я решила, ладно, понадобится, куплю в другом месте. Вот покупочки, мои дорогие. Сегодня на ужин у меня запеканка из капусты, моркови, 3 шампиньона и
грудинки. Я сейчас ее мелко-мелко порежу в виде фарша. У нас фарш не продается. И вот я сейчас молола нут. Очень сложно молиться, но по-другому никак. Сейчас я вот сольку присыпала чуть-чуть, пожму ее. Это сейчас пережарю с луком, лук, и туда грибочки, и все перемешаю и залью яйцом там с вот этой вот нутной мукой. Посмотрим, как получится. Смотрите, я пытаюсь здесь ее перетереть, но пока у меня не сильно хорошо получается, поэтому стараюсь. Ну вот, смотрите, моя масса готова, капуста, курица. И сейчас я вот приготовила 2 яйца здесь и все-таки решила кукурузную муку добавить. Знаете почему? Потому что мне еще не в процессе не помолола я. И потом уже добавлю сыр. Потом. Купила вот такую кукурузную муку. Она органическая. Не знаю, какая там органик. Пересыпала ее в банк. Почитать надо, кстати. Вот сейчас с телефоном я вижу хорошо. Потом покажу вам, что получилось. Доброе утро, друзья мои. Вот турецкая школа. Урок физкультуры, наверное, с утра у них. А я куда иду? Я иду навстречу йогинь в моем клубе лучшей жизни. Я так счастлива. Сегодня должна еще прийти одна девочка к нам новенькая. Я безумно счастлива. Мы еще сегодня, кроме йоги, будем заниматься рисованием нейрографики. Всем сегодня будет обалденная погода, я это чувствую. Какой красивый вид отсюда. Просто сказка. Сказка, друзья мои, сказка. Знаете, что такое сказка? Вот это сказка. Финики это, да, плоды. Разные бывают. Все цветет, все здесь приносит урожай. Пошла я, друзья мои, туда. Меня на Инстаграме, я спиной, и то не моя фотка на какой-то яхте. Вообще, с интернета взяла левую фотку. И то, говорит, не моя. Так это же будет интрига. Вот ты вот здесь. Снимайте меня, а как хотите. А это для Ютуба. И отмечайте, я там выберу, где я хорошо... Получилось. Позанимались девочками, а сейчас мы направляемся на рисование нейрографики. Погода замечательная, тепло. Всем привет из Турции. Вначале было такое на одном каком-то алгоритме, так раздражала Настя, я не могла дождаться, как прям выключала ее. Какое сопротивление это у меня шло. Наверное, как сейчас у вас, выключите меня. Девочки, я вас не раздражаю? Нет. Это если раздражаю, хорошо, это идет сопротивление, я не обижу, да. Я же говорю, как у меня Анастасия, она, я просто не могла, блин, думаю, да когда она замолчит? Я ей написала об этом. Говорю, вы меня раздражали в этом алгоритме. Обиды, когда я рисовала. Левый глаз начинает плакать. Ой, как мне нравится это. Прям такое удовольствие получаю. Кто бы думал, что сколько лет спустя я пойму, что мне нужно говорить, начать рисовать. Благодарю Вселенную, что научилась это рисование. Нейрографики. Мои феи.
рисуем алгоритм благодарности. Девочки, вам нравится нейрографика? Мне очень нравится. Вот у нас красиво получается. Красота. Какие мы умницы. Мы волшебницы, феи. Меня будете выставлять, отмечать, и я там это, может, себе тоже что-то. Отмечать? Отмечайте. Где тебе нет, ты не отмечаема. Лена, отмечается. Отмечается. Отмечается, но я тебе все время отмечаю. Да, я выставляю, какие мне нравятся. Ну-ка, сядь красиво с карандашиком. Смотрите, как у нас красиво получились рисуночки. Мы такие молодцы. Привет из Мерсина всем подписчикам моим на Ютубе. Возвращаюсь я после встречи, друзья. Иду такая счастливая. Счастливая тем, что девочки мои счастливы. Как мы проводим время в нашем клубе. Мне нужно бегать, находить мои 10 тысяч шагов. И вот я иду, смотрю на шагомер. И обошла, наверное, стороной наш дом во много раз. Осталось у меня 1000 шагов. Уже тут рыбный базар, и мне кажется, надо мне опять как-то еще что-то придумать. А, где женский базар, туда пройти, чтобы наработать, нашагать эти 10 тысяч шагов. Мы сегодня хорошо позанимались. 9, сейчас час дня, начало второго, 11, 12, 3 часа мы вместе были. Очень все довольны. Я голодная, как собака. У меня свой диетический, свой режим. А сегодня надо марафон публиковать завтрак. Но мне, наверное, не до завтрака. А я уже буду публиковать фотографию обеда. Что-то надо придумать. 3 раза, когда питаться не получается. Я почему так оделась, чтобы больше попотеть. Не так холодно, но я хочу попотеть. И будет дополнительный эффект. На рыбный базар я не буду заходить, там так воняет, и это мне не даст столько, 2000 шагов еще, поэтому решила обойти, идти вперед. Кто-то меня спрашивает, почему я худею, не нужно, я не худею. Я привожу свое тело в порядок, форму. После того, как я похудела, оно немножко обвисло, обрякло. Видно был целлюлит, хотя думала, что у меня нет целлюлита. Во время начала марафона мы делаем замеры, фотографии снимаем в одежде и в нижнем белье. Я просто для себя посмотрела, что мне надо подтянуть тело, а так не получается. И вот эти 10 тысяч шагов, я чувствую, что у меня уже тело становится лучше с каждым днем. Спортивнее, но тут еще и питание. Вечером я себе всегда позволяла и варенье с хлебом. Хотя целый день могла не кушать. В общем, нарушала, да? Вредила и ложилась полным желудком. Такая тяжесть была вообще. Поэтому все, что идет, идет к лучшему. И я хочу это пройти. Ладно, я побежала, а то мой шкаф меня ждет уже. Я пришла домой. Готовлю себе завтрак. Уже обед, а я все завтрак. Посмотрела в рецепты, которые нам прислали. И решила приготовить себе блины из нута. Что я сделала? Мы вчера не нашли муку из нута и купили нут. И я, посмотрите, молю, это уже более-менее похоже. Это начальная стадия, это посередине, это все вокруг у меня в муке. Я и вечером, и днем очень сложно, наверное, все выброшу и буду искать муку. Я, значит, замесила такое тесто, видите, тут половина кукурузной, не половина, а 100 грамм кукурузной муки и 50 грамм нутовой. Что получится, не знаю. Добавила тмин, кориандр, куркуму добавила, соль по вкусу. Вот это 30 минут постоит. Затем нарезала вот такие овощи. Перемешаю я их и буду жарить на антипригарной сковороде. Покажу вам результаты, конечно. А также я решила приготовить эндеру
соус из нохута заранее, чтобы у меня было готово и пошла заниматься своими делами. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Вы видите? Кукурузно-гороховые лепешки. Сейчас я выпью кофе без молока. И вот перец горький посмотрю. Вот такой у меня завтрак. Обед, скорее всего. Вот такой ужин я приготовила. Мясной нут. По-турецки нохут. Этли. Плов такой красивый, красивый. Это мне нельзя. Я уже поела свою еду. Приятного аппетита. Ашкымчику. Всем доброй ночи, добрый вечер, мои дорогие. Сижу сейчас, рисую второй рисунок. Так мне захотелось. Уже закончила. По-моему, красиво получилось. Да, именно мне захотелось выделить все круги. С девочками сегодня рисовали. Вот. Благодарность Селене за все. А сейчас я нарисовала вот такой вот. Благодарю тебя. У меня уже закончился альбом. 50 рисунков я нарисовала. После того, как внуков отвезла, нарисовала 50 рисунков. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина, свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сторис моя каждодневная жизнь красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение, а также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана.